Красном море самые красивые коралловые рифы. Давай опустимся к ним с дайвингом и посмотрим на них. Нет, я хочу сразу яхту и обед. Мама, давай бейбл битву. Кто выиграет, туда и едем. Спорим? Да. О, Тимка, смотри. У нас 39 экскурсий. 39. А дней всего 7. Поэтому на все 39 экскурсий мы никак не попадем. Ну что, у нас 39 дней. Да, никак не попадем. Давай выберем, куда мы поедем. Это экскурсии на месяц. Да, давай выберем, куда мы поедем и что мы будем смотреть. Знаешь, я уже посмотрела. Знаешь, чего я хочу? Я хочу сегодняшний день, приезд наш в Египет, я хочу отпраздновать ужин на яхте. Ну так будем же на яхте. Это же скучно. Надо что-то интересное искать. Не, ну это здорово. Это ж как это скучно. Будем на яхте плавать по Красному морю, кушать королевские креветки. Мам, в Красном море самые красивые коралловые рифы. Давай опустимся к ним с дайвингом и посмотрим на них. Что, прямо сегодня? Прямо сегодня. Нет, я сегодня хочу на ужин. Не хочу я сегодня в акваланг, я дайвинг. Сегодня я не хочу, я отдыхать хочу. А там будет обед на яхте. Нет, ну обед на яхте. Сначала вымотаешь меня по этому дну морскому, а потом обед на яхте. Нет, я хочу сразу яхту и обед. Мама, давай бейблейд битву. Кто выиграет, туда и едем. Бейблейд битву, говоришь? Ну давай, давай. Да. Спорим? Спорим. Ну давай, все. Значит, ты какой вариант? Ты хочешь дайвинг? Да. Ну тут давай тогда Hub Discovery. Дайвинг и батискаф, да? О, это супер. А я хочу ужин на яхте. Давай. Все, неси давай свой бейблейд. Победит ужин на яхте. Нет, 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 победит The Hub Discovery. О, а это что? Это у нас вместо арены? Да, мне просто в портфельчик не влезет арена. Не влезла арена, я думала, ты арену с собой припрешь сюда. Ну хорошо, у нас будет такая арена. У тебя что, там фамнер? А мне Ахиллеса принес, да? Угу. Ну хорошо, битва до 3 очков. Тима выиграет. Едем на дайвинг. Я выиграю. Я. Хорошо. Едем на ужин на яхте. Хорошо, давай. Посмотрим. До 3 очков. 5. Смотри, я даже тебя не трогаю и кручусь с ней. Ахиллесик, кто кого перекружит? Атаки уже не вышло. Кто кого перекружит? Угу. Ахиллес. Ахиллес. Посмотрим. Ахиллес, жизнь. Мама, твой бой уже шатается, а мой нет. Да вижу. Давай, еще удар, еще. Еще. Спасибо за энергию. Еще. У Тимы первое очко. Ладно, давай. Раунд номер 2. Давай. 3, 2, 1, 5. Все. Выбил же, сразу же. С одного удара. Первый удар и выбил. Я хочу уже на яхте. Посмотрим. Третий раунд. 3, 2, 1, 5. Я даже слабенько запустил. Поддаешь ты мне, слабенько запустил? Да. Поддавайся. Подаюсь. Все равно я выиграю. Смотри. Ну действительно, Фафнер более стабильный, да, Ахиллес. Не, ну Ахиллес тоже пока хорошо кружится. Смотри, ты шатаешься. Я не шатаюсь. Так долго на тарелке кружится, да? Она ровная. Ахиллес.
Ахиллес. Я не шатаюсь. Ахиллес. Ахиллес. Это ты сейчас видишь. Шатается. Смотри, как шатается твой папа. Ему Ахиллес шатается. Я же сказала, что я выиграю. Ну, 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 еще, еще. Ай. Едем на давим. Да, едем на давим. Ну, поехали. Поехали. Yes. А теперь на мою экскурсию. Воду есть. Воду входит, уважаемые, вода входит с баждыки, которые обратили. Так, это воду, уважаемые. Я знаю, что есть акцент так чех, у вас два буква чечи, да? У нас одна буква на арабском языке, поэтому я всегда... Одну из них, пожалуйста, yes. Которая стоит там. Одну из них можно. Вот, которая на Батискафе. Очень глубоко. Коралловые рифы смотрим. И тропические рыбки. Красота. Тима, страшно? Чуть-чуть. Это в костюме я. Ничего страшного. Если костюм тише, чем ты. Это меньше на какой Даня? Ну ничего, главное не замерзнуть. Точно, он сам по себе холодный. О, Дим, все будет хорошо. Где-то маска. Thank you.
Классно! Но холодно! Сила нафсак абдо! Это не забываем, но мне страшно так. Ну как, наконец-то как? Страшно, но мы глубоко не опускались. Я не могу, я паникую. Уже наконец-то, слава богу, что не используем наше оборудование. Что вы хорошо, как это вышло. Ну, очень понравилось. Сорок бедла. Все? Погружение супер. Мне очень понравилось. А мне страшно. Мне еще никогда не было так страшно.